Привет! В эфире снова «Самая рыжая». Я не могу утерпеть, я хочу поделиться с вами открытием, которое со мной случилось буквально вчера. Я, значит, ну, кто меня знает, тот в курсе, что я прям фанат-фанат британской викторины QI, Quite Interesting. И я тут пересмотрела, оказывается, одну серию пропустила, не посмотрела, а там офигенская вообще новость. Короче, есть чуваки, британская компания, которая взяла и весь земной шар поделила на такие сектора 3 на 3 метра. Ну, такую сетку положила на весь глобус. И можно описать каждый квадратик вот 3 на 3 всего тремя словами. Там что-то, по-моему, 25 языков, слова из которых используются, и можно выбрать там типа на русском, можно на английском, можно там на каком-нибудь другом. И можно описать любой такой квадратик 3 на 3 всего тремя словами, и этот набор этих трех слов нигде никогда в мире не будут повторяться. То есть это совсем другой подход к географической сетке. Если раньше для того, чтобы сказать адрес, нам нужно было говорить там, Минск, улица такая-то, дом такой-то, то сейчас можно сказать адрес, ну, то есть, используя вот эту систему, можно сказать адрес с точностью до вот 3 на 3 метра ситуация. Огромное количество. И внезапно, когда я увидела этот инструмент, внезапно я поняла, как много проблем можно решить именно с помощью такой адресной системы. Ну, например, там вот в программе говорили, что есть 57 тысяч гидрантов пожарных, и сейчас можно описать буквально тремя словами уникальный адрес каждого гидранта. Не в смысле, что у вас есть адрес дома, который, ну, вы знаете, дома у нас бывают 18 тысяч, блин, подъездов, и непонятно, с какой стороны заходить. А тут прямо можно четко сказать, что в этом месте, уникальном месте на Земле, описанным тремя словами, можно найти искомое. Там пожарный гидрант. Или я вызываю машину, и вместо того, чтобы ругаться с таксистом и говорить, что заедьте справа, там сбоку проезд, и я выйду к шлагбауму, ты просто обозначаешь тремя словами то уникальное место размером 3 на 3 метра, где ты стоишь. Я вообще в офигении. То есть можно сейчас узнать адрес того места, где я сижу физически. И, блин, это, конечно, куча всего всякого плохого в голову идет, что можно использовать и нехорошим образом с такой адресной системой. Но пока меня, блин, штормит от такого кайфа и такого простого решения. Говорят, кстати, что для того, чтобы каждый такой квадратик описать набором из трех слов, надо всего 40 тысяч, ну, собственно, самих лексических единиц. Они никогда вот в том порядке не будут повторяться, и действительно можно создать уникальный адрес. Так вот, короче, я поставила себе приложение, которое показывает, собственно, всю эту сетку 3 на 3. И сейчас я сижу в квадрате, которое называется «Теперь яблоко опасно». Я сейчас даже заскриншотила это дело. Вот, это я такая сижу здесь, вот я такая сижу, фотою. И я нахожусь по адресу «Здесь яблоко, теперь яблоко опасно». Нигде во всем мире по этой системе нет такого квадратика 3 на 3, который бы обозначался такими же словами. А знаете, этих улиц Ленина сколько? А знаете, сколько этих всяких разных улиц, новых переулков, тупиковых и так далее? Я вообще в офигении. Короче, я сейчас ссылочку там напишу, описание напишу, если кому-то в прикол тоже. Блин, присоединяйтесь, давайте внедрять новую адресную систему. Говорят, в Монголии и в Кот-д'Ивуаре эта система уже принята на уровне государственной, и они ее используют как, ну, официальную адресную систему. И QI-щики послали письмо в посольство Великобритании в Монголии с указанием вот именно этого адреса, а не классической системы адресов. И оно дошло. И есть фотография посла, который типа получил это письмо. Вообще круто. Не знаю, как вам, а мне офигенно.